класса. Всех поприветствовала сразу. Взглядом окинула детей. Весь класс был очарован ей. Учитель речь произнесла, что рада видеть всех она, что одинаково всех любит, любимчиков иметь не будет. Ее слова неправдой были. Был в классе тот, что не любила. В грязной одежде, тихий мальчик, сидел за партой, комок сжавшись. Он плохо пах, был наедин, сидел за партой один. Никто с ним в классе не дружил. Весь класс шестой о нем забыл. Однажды завуч этой школы просила дать анализ новых характеристикам детей и отчитаться перед ней. Взялась руководитель классный, за дело быстро, не напрасно. Она вела их только год, но знала всех наперечет. И так мальчонку не любила, что напоследок отложила. Но как была удивлена, когда его досье прочла. Он лучезарный, умный мальчик, писал учитель в первом классе. Все пишет чисто, аккуратно, учить его всегда приятно. Учитель пишет во втором. Он лучший ученик во всем. Его семью беда застала. Неизлечимо больна мама. Смерть мамы потрясла его. Учитель пишет про него. Он засыпает прямо в классе. Разбило мальчика несчастье. Друзей не стало у него. На автомате он живет. Прочла. За мальчика обидно, а за себя и стало стыдно. Но хуже и стыднее было, когда подарки ей дарили на Новый год ученики. С бантом красивые кульки. А тот, что самый нелюбимый, принес подарок некрасивый. В простой коричневой обертке. Смеялись дети с его свертка. Учитель смех остановила, воскликнула. Как же красиво! Сиял браслет его на ней. В нем не хватало 5 камней. Еще там был флакон духов. Не доставала до верхов. Она побрызгала тотчас же духи на шею и запястье. Был мальчик счастлив, улыбался, после уроков задержался. Сказал учительнице прямо, вы пахнете, как моя мама. И ни одна душа не знала, как после этих слов она рыдала. Ночь не спала, а поутру стал учить детей добру. Так пробегали день за днем, он лучшим стал учеником. Учитель всех детей любила, его же больше всех ценила. А через год жизнь разлучила. Она теперь других учила. Под дверью класса своего нашла от мальчика письмо. В письме он признавался ей, что лучше всех учителей из тех, что были у него, за жизнь короткую его. Через 5 лет опять письмо. Он пишет с колледжа его. А дальше университет. Лучше ее учителя нет. Еще прошло немного лет. Стал доктором теперь студент. Учителей хороших знал. Лучше ее он не встречал. А годы шли, он возмужал. Учителя не забывал, все продолжал ей письма слать. Она ему теперь, как мать, в одном письме ей написал, что свое счастье повстречал, что скоро свадьба у него, просил приехать на нее, чтоб в этот день счастливый сам была с ним рядом вместо мамы. Ее нет ближе в целом свете. Она согласием ответит. Браслет одела с янтарями, с недостающими камнями. Духи купила его маму, пусть будет он счастливый сам. При встрече обнялись они. Родные он узнал духи, эмоций тех не передать. Он обнимал родную мать, а после радости и слез слова такие произнес. Спасибо вам за все, что было, что верили, что дали силы, что нужность чувствую свою, что верю я и жизнь люблю. Что доброте меня учили, вы для меня примером были. В слезах ответила я ему. Нет, это ты учил добру. Не знала, как учить порой, пока не встретилась с тобой.